Вы знаете, кто-то во время карантина поправился, ну, а кто-то похудел, как наша Вера Кикелия, на 4,5 килограмма, причем, знаете, так как-то, ну, резко, за один день. Как вы поняли, у нас в женском квартале пополнение. У нас появился маленький мужчина, Ванечка. Ваши аплодисменты. К сожалению, из-за карантина мы не смогли прийти в роддом, поэтому мы поздравили Веру по интернету. И вот как это было. Девочки! Девочки, там Вера сказала, сегодня на связь скайп выйдет, так что можно пообщаться. Да. Давайте. Бирайте. О, интересно, да? Оля, что ты так орешь? Лер, ты рожала? Нет, а я рожала. Так всегда делают. Вера! Оль, успокойся. Да вон она, вон машет. Верочка, привет. А ты нас слышишь? Привет, девчонки. Не очень, интернет скачет. А, Верунь, да, там за тумбочкой, посмотри, пожалуйста, слева, там роутер. Пошевели шнур, он отходит немножко. Лен, откуда ты это знаешь? Лер, ну ты рожала, нет, а я рожала. Все, все, молчу. Лучше с Верочкой пообщаюсь. Моя хорошая, привет, Верунчик. Привет, Лерочка. Ой, Верочка, ты у нас теперь такая счастливая. Это теперь и в рекламу тебя позовут сниматься, и в журналах напечатают, и в танце с зеркалами позовут. Там ты в полуфинале и вылетишь. Лер, что ты говоришь? Лен, а у тебя разве не из-за рода все это было? Ты понимаешь? Ну, Вер. Капец, что вы спрашиваете? Верка! Верка, слышишь? Ты это, говори, если что-то нужно купить. Май, это получается у вас ребенок водолей? Нет, Сань, это телец. Блин, да кому эту кружку втюхать? Вера, а имя выбрали уже, слышишь? Может, водолей? Да что, прикольное имя? Вера, привет! Настюха, привет! Вера, ты только корми его каждых 2 часа. Поняла? Да кормлю я, Настюш, кормлю, ага. Все ага. Хорошо. Да, а потом ты его спать укладывай, не забывай, хорошо? Да спит он, да. Спит, все классно. А потом, когда он проснется, так ты его снова корми, ну, Вер, серьезно. Настя, откуда такие познания, у тебя ж нет детей? Ну, у меня был тамагочи, а принцип там один и тот же, да, Лен? Да при чем тут тамагочи? Девочки, вы куда пропали? О, так ты с Верой на связи. Давай, у нас тут Вера. А Верочка тебе подружку родила. Будете вместе играть в куколки, будете им шить одежки, такие платьишки красивые. Мальчик, у меня мальчик. А, Вера тебе жениха родила, Катя. Да. Тихо. Давайте будем выходить замуж в порядке очереди. Девочки, ну капец. Катюня, привет. Привет, Верусечка. Поздравляю тебя, присоединяйся ко всему перечисленному. Пусть растет здоровенький. Ой, Катюш, хорошо, что напомнила. Верунчик, вы долго не затягивайте, хорошо? Вот немножко подрастет. И сразу начинайте с логопедом работать. Да, у меня есть номер хорошего врача. Катюнь, спасибо большое. Я сама, я в интернете найду. Ой, пацаны! Пацаны, стой, Вера на связи, Вера! Что, Вера? Вера! Привет! Пацаны, привет! Верка, честный, как ты? Апельсины можно? Нет. А колбасу? Не-а. Ну, наверное, и коньяк тоже нельзя. Конечно, нет. Валик, ты как знал, что покупать? Но. Мы пойдем и отметим это дело. Подождите, ну хоть поинтересуйтесь чем-то. Спросите, как дела. Так а что спросить, я же не знаю. Ну я же говорю, как дела? Сколько весит? Берет ли грудь? Ну. Вер, привет. Как дела? Все хорошо. Вот как раз врач заглянул. Сколько весит? Ну, не знаю. 70 кг. Понял. Грудь твою берет, не? Вер, а ты когда ребенка кормить будешь? А, я уже покормила. А соседка по палате планирует? Я одна в палате. Лен, ну ты видишь, ну ничего интересного. Все понятно с вами, давайте. Лучше идите. Веруня, слушай, а ты уже решила, кого в крестную маму возьмешь? Да. Ну вот, а пока ты думаешь, я думаю, логично было бы взять ту, у кого есть большой опыт воспитания детей, а еще у нее есть 60% дисконтная карта на товары для малышей. Нет, Верунчик, мне кажется, что крестная, она должна на одном языке со своим крестником разговаривать. Ну быть такой молодежной, стильной. Так, Вера, крестная должна быть спортивная. Нет, Вера, крестная должна дарить дорогие подарки. Оль, Лену бери. Вот, бери, ты не знаешь, что я тоже хотела. Верка,
Да не ссорьтесь. Я уже давно решила, что у моего ребенка будет 13 крестных. Есть! Ой, как круто! Было круто вообще! Ну да, круто! Это будет моя троюродная сестра, ее подруга и все участницы шоу «Голос». Вера, это просто не... Это просто не честно! Конечно же вы! Верунчик, ты когда уже к нам? Да когда, когда? Я уже! Все, 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 мы не мешаем. Давай. Hey. Вот мой цветочек, вот мой сынуля. Жду поздравлений, теперь я мамуля. Цветочек, мой сыночек. Подруги. Hey. Наша мамулька, цукерка, красунька. Элеганты, гиганты. Все в сторонку. Где мой наследник? Где моя сына? Пацан, пацанище, красавчик, мужчина. Элефанты. Гиганты. Скоро буду. Да, конечно. Держите. Это маме. Может, дать Может, включим Hello Kitty? Может, замотаем простынь? Стоп! Отошли все просто. Ага. Тихо, без драмы. Здесь супермама два раза рожала, троих воспитала. Богиня, гиганты! Сейчас все разрулим. Спокойно, девчонки. Я лучше всех знаю, что делать с ребенком. Алло, нам нужна еще одна няня. Гиганты! Не стоит. Как же хочется стать мамой и с ребеночком играться. Дети — это наше счастье. Да, но мне бы отоспаться. Женский квартал, богиня.